каждая страница памяти создается по крупицам воспоминаний друзей ушедших героев. И сегодня мы хотим передать огромное спасибо Алексею Мащенко, нашему соратнику из Екатеринбурга. В течение нескольких недель подготовки к фестивалю мы постоянно связывались с Алексеем по телефону и просили вспомнить что-то еще очень важное об Охляме. И ему было что вспомнить. Леша назвал Охляма уральской легендой, самородком. Он произнес такие слова: это наша малахитовая шкатулка. А еще он отлично помнит, как накануне гибели Охляма они вместе ехали на фестиваль в уральский город Миасс. Выехали рано утром и провели в пути 6 часов. Была весна, пели птицы за окном, пела душа, вернее, душа-то Охляма скорее плакала. Разговор в пути был разговор-исповедь. Он почему-то вспомнил всю жизнь, очень сожалел, что редко видится с родителями, называя их «мои ветераны», и отмечал, что он у них очень любимый сын.